Пакет поправок, серьезно упрощающих процедуру и сроки оформления материнского капитала, могут быть приняты уже 20 февраля. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Поправки предусматривают продление действия программы до 31 декабря 2026 года. С 1 января эту меру господдержки можно будет получить уже при рождении первого ребенка. Кроме того, существенно упрощается процедура получения выплаты. То есть гражданин направит заявление, а пенсионный фонд будет сам запрашивать все необходимые документы через электронную систему межведомственного взаимодействия. Кроме того, поправки существенно сокращают сроки получения маткапитала с 1 месяца до 15 дней.